мы находимся в месте малоизвестном, но очень примечательном. В 1369 году здесь поселился приятный, добропорядочный человек. Ему было 64 года, и звали его Франческо Петрарко. Он поселился в этом тихом уголке на исходе своих лет. До смерти оставалось совсем немного. И здесь он написал знаменитую, немного разочаровывающую фразу о своей любви к Лауре. «В юности страдал я жгучей, но единой и пристойной любовью. И еще дольше страдал бы ею, если бы жестокая, но полезная смерть не погасила уже гаснущее пламя». А много лет назад, точнее 6 апреля 1327 года, возле одной из авиньонских церквей он встретил ее. Лауру, женщину, которую поэт будет воспевать всю свою оставшуюся жизнь. Лаура была замужем, и она никогда не разделит с поэтом его страстных чувств. Он уезжает из Авиньона, полон трепетной любви, колесит по всему миру, как неприкаянный. И когда она умирает, еще в течение многих лет продолжает воспевать красоту своей возлюбленной. «Куда я взор задумчивый не кину, передо мной ты, любовь моя». Петрарко пишет своему дорогому другу Боккаччо о своей спокойной жизни здесь и мечтает, чтобы смерть к нему пришла, когда он будет сидеть за книгами или написанием стихов. По какой-то иронии судьбы мечта Петрарки сбылась. Утром, в день его 70-летия, его нашли мертвым. Поэт держал в руках открытую книгу. «Ты смотришь на меня из темноты моих ночей, придя из дальней дали. Твои глаза еще прекрасней стали, не исказила смерть твои черты. Как счастлив я, что скрашиваешь ты мой долгий век, исполненный печали». В этом саркофаге покоится тело великого поэта и романтика, воспевшего прекрасную Лауру. Так что приезжайте поклониться могиле гения. Кстати, это место сейчас называется Аркуа Петрарко. Есть существа, которые глядят на солнце прямо, глаз не закрывая. Другие, только к ночи оживая, от света дня оберегают взгляд. И есть еще такие, что летят в огонь, от блеска обезумевая. Несчастных страсть погубит роковая. Себя недаром ставлю с ними в ряд.